Вернисаж изобразительного искусства от брестских мастеров кисти в сочетании с творчеством талантливых ремесленников, а также зажигательные музыкальные номера – все это создало неповторимую атмосферу приближающегося праздника на шоу-выставке «Новогодняя сказка». В экспозиции представлено 38 произведений, картины разные. В основном они – это современная живопись, есть тематические картины, есть пейзажные. Выставка приурочена к празднику Нового года. Хотим поздравить всех наших брестчан с наступающим Новым годом, пожелать всем удачи, здоровья и много-много сказочных исполнения желаний и всех-всех благ. Гости мероприятия могли принять участие в увлекательной викторине. Малышей и взрослых ждали мастер-классы по созданию зимних картин. А ремесленники с радостью делились секретами воплощения своих изделий. Я представляю резьбу по дереву и плетение корнем сосны. Очень старое, когда-то еще дедушки и бабушки плели кошики. Ну, это все то, что можно применить в быту. Я ремесленник, занимаюсь продукцией пчеловодства, а именно изготавливаю свечи из пчелиного воска с добавлением различных трав. Аромат лаванды, мяты, мелиссы, чабреца, полыни. 25 талантливых художников представили свои разноплановые произведения в различных техниках. Общая цель всех работ – подарить ощущение приближающегося волшебного праздника, поделиться богатым внутренним миром и представить удивительную зимнюю красоту природы. Я художник-экспериментатор. Я представляю сегодня на выставке свою картину. Эта картина для меня показывает типичную брестскую погоду зимой. Я использовала камни. Это из техники резин арт, рисование эпоксидной смолой. И использовала технику флюид арт, когда жидкими красками по холсту разливают. Конечно, сейчас в Бресте такая погода, она заснежена. В магазинах новогодние игрушки. Витает запах хвои, мандаринов. И нам, художникам, конечно, это особое дает вдохновение, чтобы писать новогодние работы. Я здесь представила свои две работы. Заснеженный лес. Ну, лес, зимний лес, он просто погружает нас в какую-то такую сказку. Чтобы создать праздник вокруг себя, надо не так уж много. Всего лишь желание поделиться своим внутренним светом и теплом в эти зимние дни. Организаторам шоу-выставки «Новогодняя сказка» это без сомнения удалось. Годичу Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания Бук ТВ.